ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лапу. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Место. Сейчас мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода Канекорсо, возраст 5 месяцев. Кличка Бонни. На первом этапе заведите такой подсумочек с лакомством. И обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Хорошо, место. Хорошо. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. В это время можно поиграть с щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды ко мне. Команда ко мне – это сложная и дальняя команда. На первом этапе отрабатывайте в нервных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду нужно подкреплять лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Правильно, Боль? Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при началах движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Правильно будет? Затем остальные команды будете подключать по этапу. Правильно будет? Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время выдержку расстояния будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние чем-часы до кормления. Желательно на первом этапе в дневных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сиди. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Бонька. Рядом? Хорошо. Ай, молодец. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время выдержку расстояния также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание, команда «хорошо». На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосооценку команды «хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Бонька, рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. Команду «место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «место» от «сидеть», «лежать» или «стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собачка может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, место. Повторили команду, обладили, дали лакомство. Да, Бонька. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Ай, молодец. Красотка. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда какая будет? Гуляй, правильно? Моё красавица. Хорошо, гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. Да, Бонька, гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Моя девочка рядом. Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода Канекорсо, возраст 5 месяцев, кличка Боня, свою работу окончила. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, YouTube, Instagram, Кинолог, Слайк. Будем рады помочь вам в дрессировке.
Всем удачи, всего доброго. Отдельное спасибо нашим моделям котиков. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это книжка. Правильно будет? Вот так.